Ку-ку. Всем здорово. У меня инет, походу, подтупливает. Что-то этот, как бы тут фигня какая-то, да? Как ваши дела? Давайте, рассказывайте. О, Ленка появилась. Ага, прикол. Всем здорово, всем привет. Всем привет, доброго утра. Там у кого день, там что еще у кого. Вот, я решил, короче... Хорошо, у тебя, у меня... У меня тоже ничего. Вот я проснулся сейчас, готовлюсь к покатушкам. Я пожрал только что. А, у нас вечер. Я понял. Я только что покушал, а теперь буду пить кофе со сливками. О, спасибо, Леныч. С отпуска вернулась. Вот оно что. Отпуск у кого? Чего? Холодно. Так, ладно, у нас тоже на самом деле холодно. И у нас плюс ко всему еще и куча снегу. Вот. В ангаре... Холод ебанутый. А, слушай, ананас, точно. А кто вас, слушай, ананас, в ангар кто-нибудь привалился? Привет, приятного аппетита. Здорово, спасибо большое и вам всего того же. Нет. Новые туннели, да, из пробок винных. Так, раз нет, значит нет. Это, блин, плохо дело. Придется, короче, сейчас народ собирать. Нашла себе новую работу, поэтому настроение супер. О, Анечка пришла. Здорово. Кофе пью без сахара. Со сливками, блин. Короче, такие вот дела. Здорово, всем привет. Анечка, какие у тебя планы на сегодняшний день? Я потому что сейчас чуть попозже поеду... На велике раскатывать. Игра это Скази XTC. Это старый-старый-старый трансовый трек такой. Кофе из пивной кружки. Да, чувак, я пью кофе, чай из пивной кружки. Я даже иногда борщ в нее наливаю, когда мне лень его есть ложкой. Да, вот такие пироги, короче. Такой вот я странный персонаж. Здорово. Рок-н-ролл, логично. Блин, побриться надо, что-то я как урод зарос весь. Дай скрин сделать с кружкой. Давай. Готово? Кайф. Скрины мне пришлите, может быть, там где-то будет аватарка новая. Кот мой... Слушай, кот мой бесится, где-то по комнате бегает, короче, вот. Что-то у него сегодня совсем крыша поехала. Вот. Мы вчера с ним, короче, завалились спать. Он всю ночь брыкался, уродец. Я его, короче, выгнал. А сегодня он поел с утра и давай скакать по всей квартире. Просто вообще сумасшедший зверь. Сегодня у кота что-то хорошее настроение. Поэтому он где-то вот в той стороне, где-то скачет, вот, угорает. Ну и пусть как бы угорает сейчас. Привет, приятного. Спасибо большое. Здорово. Бедный кот, это месть тебя. У моего тоже. Да нет, у них просто на самом деле, видимо, что-то погода как-то на них влияет. Какой красивый фон. Да, это у меня на кухне такая чертовщина происходит. Радуется, что Васян не на работе. Да, он, кстати говоря, такой достаточно ко мне прилипчивый, потому что он, блин, без меня, короче, скучает. Типа кот этот. Он маму так не любит. Мама его вроде кормит за меня пока что, потому что мне лень его кормить. Ну, не то чтобы лень, а просто тупо нет возможности, потому что я все время где-то в разъездах, там, на работе, либо по катушке. На Фрау Мюллер пойдем. Слушай, возможно, пойдем на Фрау Мюллер. 4 дня до Фрау Мюллера осталось. Вот, обязательно, короче, я пойду с Ваней, скорее всего. Я сейчас... Я себе руку йодом спалила. Блин, я тебе сочувствую, только вот интересно, зачем ты так ее себе это... А, так вот, насчет кота, короче. Сейчас вот он... Я ухожу, допустим, несколько дней меня не будет дома. Он потом возле меня крутится, вертится, короче, никак не отходит никуда. Поэтому, как бы, этот зазранец, он как бы всегда рядом. Забавный персонаж.
Самое главное, что ты покрасил волосы. Слушай, они у меня давно были покрашены, просто сейчас они какие-то такие уже, типа, ну, состарились. Надо либо перекрашиваться, либо сбривать все это к чертовой матери. Тоскует, да, кот тоскует. Блин, он клевый чувак вообще, на самом деле. Ну, засранец редкостный, если честно. Но я его все равно люблю по-своему. Ты блондин? Нет, я не блондин, это русый называется. Я русый. Вот. По идее. Чувак! Да. Там лобает Скази, короче. Пошла его гитарная партия. Что? Да ладно. Ты сейчас... Ань, ты сейчас шутишь? Подожди, или ты серьезно? Хера кружка. Гора кружка, да. Так, опаньки. Нифига себе, слушай. А-а-а! Слушай, вот это новость. Не, я, ну, если как бы это... Я о том билете подумал, о каком я подумал. Сколько Мише лет? Миша 37, насколько я помню. Вась, да. Ахаха. Ну, блин, просто тут речь как бы идет о двух типах билетов. Да ебать! Да ладно! Слушай, это ж просто пиздец. Та-та-та! Так, все, ладно, я... А, нет, ну это прикол, конечно. Скажи еще раз, что ты не пошутила, потому что я что-то не очень... Я охуел сейчас. Да, в том-то все и дело, что она с другой стороны. Нет, у меня есть телевизор, но он как-то... Я им не понял. Я не пошел. Что такого в том. Что такого в том, что она купит билет? Чувак, она с другой стороны совершенно, и если она ко мне в гости приедет, я буду самый счастливый Васян на свете. Ой. Все понял. Блин, да, чуваки, приколитесь, короче, если это так и есть, как бы это просто хардкор. Убирай давай, дождался, блядь! Слушай, да, точно, я пойду убираться, короче, сейчас, потому что это... Нужно, чтобы у меня было все дома красиво и вкусно. А на какое число у тебя билет, скажи? Блин, да я пиздец рад, товарищи! Я, кстати говоря, не думал, что у меня утро такое будет. Так, она сейчас сидит, выбирает. Ладно, хорошо. Блин, я сейчас, кстати говоря, не думал, что у меня такое утро... Получится. Да блин, у меня пипец, оно все загорелось. Да у меня все загорелось, глаза, уши, вообще задница только не загорелась пока. Да! Да, у меня утро вообще пипец. Это, конечно... Да! Да. Действительно, слушай, это вообще турбоотличная новость. Это значит то, что сегодня я, наверное, так на велике отожгу, что, блин, вообще, что у меня просто это... У меня просто сегодня бомбардини какой-то. Ладненько. Так, блин. Эта новость, она, кстати, а если бы ты на работе был? Ну, я бы, наверное... Как тебе сказать? Если бы я, короче, был бы на работе и об этом узнал, я бы, наверное, просто пошел бы, сплясал джигу. Шаурму люблю, но, блин, я сейчас уже ни о чем не могу говорить, ребят, так что давайте. Вы как бы меня простите, но я пойду убирать в комнате. Блин, радость, короче, о том, что ко мне девчонка приедет с другой стороны, вот, тусить. Я с этого бурно прусь, короче, потому что она мне очень нравится, и я хочу, чтобы она была вот тут как бы рядом, и она, судя по всему, скоро совсем будет рядом, вот. Поэтому я тут трясусь весь, короче, плюс ко всему я еще и кофе сейчас въебал, поэтому у меня... Да, у меня есть кот! Да, ладно, товарищи, давайте, короче, пока прервемся, может быть, будут с покатушки... Может быть, будут с покатушек, короче, типа, эти самые, как они называются, транспорт.